Привет всем. В 2022 году мне подарили Джорни, так что спонсор показа Lazy Fluffy. Вот. Будет практически без слов, а без комментирования, надеюсь. Очень, вроде как говорят, атмосферная игра, так что поехали. Графиков кол выкл. Чё? С Новым годом, Флаффи. Мне, возможно, придется вскоре новый геймпад покупать. Стеклевый, что-то какой-то. Мне кажется, на ладан дышит. Уже давно при том. О, вот это очень клёвый режиссерский кадр. Это очень круто сделано с точки зрения режиссуры. Интересно.
Новым годом, Сенокергер. Слово об этой игре. Я, насколько знаю, она в свое время очень много всяческих наград взяла, но она по протяженности всего ничего. Ее можно за 2 часа пройти. Мне надо на ту гору. Извините. Ой-ой-ой, у меня очень плохо. Весь комп работает что-то с этой игрой. Она... не должна...
должна быть особо требовательная на 12-14 года. У меня шарф удлиняется. Ярко. Гора, которая подарила жизнь, я так понимаю. Еще должен быть, должно быть что-нибудь арфика, что-нибудь тут убегает. Ой, опять слишком ярко. Немножечко не новогодняя игра. Но кому не помешает сейчас капелька лета? Пустыня. Возможно, дальше.
Нет, Шантай я не допрошел. Она будет вот на днях. Буквально. Кстати, насколько я знаю, может быть другой игрок, что ли? Ну, шарфик длиннее. Какая-то есть штука, я вижу. Он делает все. Запускай кач паладина, но это игра на 2 часа. Мосты целые строятся. Красота. Вон еще, кстати, вижу одну. Генса. Серединки есть. Подождем спутника. Thank you.
там, он прям снизу. Как интересно. Да, троечку он нашел. Это по типу должен быть другой игрок. Насколько я знаю. Интересно, что за студия здесь делала эту игру? Образ стал ты интереснее. Вернее, спинку. Ой, да, точно, Флаффи. Вот. Все, ровнее спинку. Без вебки это, конечно, не покажу, но я сделал. У меня шар длиннее. Тоже игрок, да. Насколько я знаю. Что здесь какой-то звук странный. Я не знаю, что он хочет. Или она, кто знает, да. Какая-то новая штука.
Нам показывает нам, куда идти. За странные звуки сзади происходят. Вообще на червь, я надеюсь, нет. Это было бы чрезвычайно жестоко для такой игры, я думаю. Ого. А это все открылось. Эти картинки были раньше. Стоп, они нас подождали без всякого знака, что ли, вперед так? Камушки интересные. Вообще там было, была какая-то локация, но я хочу за спутником пойти. Ого. Ну вот эти звуки сзади, которые происходят, что-то как-то... Да? Окей, давай сюда. Мост и правда выглядит интересным. В игре цель показывается в самом начале, я так понимаю, дойти до горы. Такая визуальная игра на 2 часа.
Это такой 3D-шный платформер Metroidvania. Платформер, ну, платформер 3D-платформер. Рода тоже шел. Ой-ой-ой. Другой стороны заходим, значит. Когда они приедут, они завтра 5-6 часов утра выйдут из Москвы. То есть к завтрашнему позднему вечеру они, скорее всего, будут. Ай. Давайте ровнее спинку опять. Ого. С ним приедешь? Я не знаю, когда они собираются к тебе. Вот в чем причина. Приеду, если буду нормально себя чувствовать. Но пока что вроде нормально. Часа 3-4, ну, буду, скорее всего. Слушайте, крутяк. Вижу там секретку. Не секретку, а удлинение шарфика. Вот отсюда нам надо все равно. Давай номера. Ага. Блин, ну я туда не хочу пока. Я вижу удлинение плащик. Хочу удлинение плащик. Я уверен, что одно я уже пропустил.
Ого. Картиночка. Интересно. Подожду. О, получилось. Я в Steep играл, кстати говоря. Боже мой. Очень красиво выглядит. Чуть немножечко. Юмористически влетел куда-то. Не, вот режиссерская работа в играх — это тоже часто очень важно. Ого. Thank you.
Я просто смотрел, есть ли удлинялки. К сожалению, очень большой процент игроков не очень. Грабезидин условно все понятно. Ну, не все понятно, но. Это важно, что здесь нету слов. Это да. Ага. Связь пропала у них. Я не очень понимаю, что здесь происходит. Это красиво, что через картинки они все подают. Блин, ну комиксы сейчас смотреть не буду, уж я извиняюсь. Тем более у меня эта ссылка в чате. Не захватилось мне копировать ее, блин. С Новым годом тебя, кстати, Вера. Так. Так, штучка сюда проникла. Такие игры не все любят, потому что они просты как игры сами по себе, и они по идее должны брать визуалом и какой-то историей и так далее, и не каждый этим проникается, как будто мир какой-то подводный. Прикольно. О, я вижу улучшалку.
почему я не опускаюсь? Красиво. Я говорю, вот этого не хватает многим индиям. Какой-то грамотной режиссуры. А, тоже взял. Молодец, заметил. Так. Что мы будем здесь делать? Прыгать, что ли? Нигде здесь нету случая. О, меня разворачивает. По-моему, нам надо отсюда сматываться. Это я так панику изображаю. Вторая игра не смогла. Шехулут, ох, ёла пала. Чуть-чуть убавлю, потому что очень громко. Ладно. Беспрекословно прими мою власть и мы объединим наши силы. О, спасибо за рейд, пост, что это было. У меня почему-то эти активности не показывается. Эта игра всего на 2 часа. Час я уже почти прошел. Да ладно, это маленькая безобидная игра. Что может случиться
порядке. О, шарик уменьшился. Жесть какая. Что там такое? Боишься, что ли? Я вроде успел скрыться от этой... Надеюсь, это статуя. Пять. Штука. Сверху ходит, нифига себе. С Новым годом, фу. Ой-ой. Смотри, что там есть. Надеюсь, моя жадность у нас не погубит. На улице фейерверк. Я думаю, у нас в доме что-то бомбит. И надо быть предельно осторожным. Не хочу терять такой шарфик. Мой шарф остался. Круто. Фух. Получено достижение испытания. Пробраться подземный проход, не порвав свой шар. Mm-hmm.
Я бы поделился своим шарфом, если бы мог. Честно. Не бойся, я подожду. Пробую цветочки. По цветочкам можно. Набралось. Отлично. Я уверен, если бы в этой играл Экзарч, он бы общался с азбукой Морзе. С другой стороны. Я подожду. Если не сможешь, я подожду. Ничего страшного. Упал.
Вы что, напарник его бы понял, это да. По идее, нам надо... Так, я слишком загнал с собой всю пасть. Удлинителей. История рассказывается от игры, которые вот за час прошли. То есть сейчас вот показывают нам именно то, что мы проходили. Сейчас как башни, и из башни мы уходим и уйдем к горе. Уставшие какие-то. Наверное, уставшая там ветреная, но там ветрено, да, похоже на то. Ну, что-то как-то там вызелило, что один. Не знаю, что-то странно как. А, вот тут у нас шар, конечно. И пока что вообще потрясающе. Это просто и потрясающе. Вот и... Снежок. Беги.
А вот и новогоднее настроение немножечко возможно. Сзади у нас ничего нет. Еще мне не нравится, что там опять змеюки. Я не хочу к змеюкам попадаться. Да-да. Похоже, чтобы это так, мне это не мне это очень не нравится. Я понял, кажется. Я его подожду. Спрячься, спрячься, спрячься. Мы еще возле друг друга шарфы друг другу восстанавливаем. Это прикольно. Это подстава. Шарфик, лети, лети. Ну чё ты там спрятался? Давай. Ну замерз, видимо, шарфик. Ну вот. Мне не нравится этот звук. Мне опять истощается шарф.
Мне кажется, понял, во что разработчики Warframe играли, когда разрабатывали войну внутри. Война какая-то была, да? Замерзшие идем. О, ёлы-палочки. Даже амулеты не работают. Почему мне не... Можно было и переждать, в принципе. За что так было бы даже мудрее. Сюда. А, взял и подставил меня тоже. Ну зачем? А что ты делаешь? Потеряли свой
Шарфик длинный. Эх ты. Ладно, идем. Мне кажется, у меня... Что за подстава, скажите мне? Хорошо же шли. Притом у него шарф длиннее, чем у меня. Будто меня этот змей решил убивать. Ладно. Показывает мне, что где-то что-то есть. Пойдем. Окей. Это, конечно, такая подстава была, когда он встал на домик, спалился и встал на мой домик. Сюда, да.
это место, конечно, слишком они сделали. А все почему? Блин, я не хочу прошлый юмор здесь использовать, потому что... Не важен размер вашего шарфа. Важно то, как вы им пульсуетесь. Господи. Показалось ли там змей был? А шарфы пропали. Кстати, да. Давай, товарищ. Идем. Некоторые будут здесь орать, что типа... Ух ты, ёла, ты пала. Всё прям так исчезло. Некоторые будут орать, что почему так медленно. Ай... Ого. Драматичненько как. Что? И обратно длинный шарфик дали. Это я, кстати, управляю. Thank you.
Ну, здравствуй. Думаю, мы потеряли уже друг друга. Ох, ёлопало. Окей, ладно. Игра хочет, чтобы сюда. Зашел. Месте. Продолжу. Thank you.
мы добрались. Все? Похоже, что да. Аккуратнее давайте. Полтора часа. В 2 часа наврали. А с кем играл, не покажут, да? Печаль такая игровая, да? Насколько я знаю, нет Флаффи. Я пока жду. Ой. Конечно, белый текст на светлых локациях они придумали, конечно. Ох. Я прям расчувствовался серьезно. Ужас прям. Блин, я вот на самом деле неинтересно. А я не пошла спать, не досмотрел. Я после этого заканчивать буду. Ну, я конец титров хочу. Типа начало игры. Компания с Metal Long The Way и игра просто вышла. Или вылетела, я не знаю.
Сейчас. Фух, блин, мне серьезно прям расчувствовало. Кошмар. С первым море, конечно, и со вторым было мощнее, но... Ой, кошмар. С 2012 года игра. Выиграла Грэмми 2013 года за лучшее музыкальное сопровождение. То есть просто говори тихо, я извиняюсь. Потому что у меня уже спят. Ой. Сейчас Endgame Company, что они еще делали? Sky, The Children of the Light. Flower они делали. Насколько я знаю, не настолько снискала на успеха. Следующая игра от этой компании в 2019 году, но... Джорни в свое время прям взорвала интернет. Я у нее всюду слышал, и она только недавно появилась в Стиме. Где-то с год-два назад, что ли. июня 2019 года. Пройти большую часть путешествия с одним и тем же спутником, закончить игру и вернуться к началу. Не, мне прям вообще... Спасибо, что зашла, Флаффи. Сейчас две секундочки, я только посмотрю. Блин, вот я не знаю, с кем я играл. Хотя вроде как там в конце должны были показать, с кем я играл. Все-таки должны были. Но у меня, видимо, игра вылетела. Потому что тред вот там есть, типа, спасибо, кто путешествовал со мной. Там в конце была такая фраза, как будто должны были показать. Ну ладно. Надеюсь, таинственному незнакомцу было приятно так же, как и мне. Ой. Прям... Бафта Winner Games тоже бафту выиграл, нифига себе. Фух. Чё, надо приходить в себя? Спасибо, кто был, кто заходил. Добро пожаловать в 2022 год. Ой. У всех все будет хорошо. Давайте. Пока-пока.